Друзья, вот наши новости. Лапа тяжелая, не зарастает. Убираем мертвые ткани, лапа оголяется. Но шанс пока еще есть. Поэтому будем продолжать лечение. И будем стараться все это что-то исправить. Кусочки кожи отмирают, мы их убираем. Но по краям началась грануляция. По краям, по самым-самым. Поэтому, даст Бог, может быть, все у нас будет хорошо. Мы должны спасти лапу ребенку. Все будет хорошо. Малышка терпит. Да? Все хорошо, маленький. Все. Видео небольшое, потому что мы просто делаем очередную перевязку. Моя девочка.